Друзья, привет! Сегодня мы приготовим вот такую красочную, вкусную закуску к вину. Эта замечательная закуска подойдет и к белому вину, и к красному вину, и к розовому, и к аперитиву. Замечательно! Все ингредиенты, они сочетаются с вином. Слоеное тесто, помидоры, оливки, грецкие орехи, сыр бри или любой сыр сочетается. У меня там еще маленько брынзы нарезанной. Оливковое масло. Все это замечательно, будет замечательным добавлением и фактически классика жанра эти продукты. Нарезанный сыр и все остальное к вину это просто супер. Очень вам рекомендуем приготовить. Удивите своих гостей, порадуйте близких. Готовится это не так сложно, как может показаться вам на первый взгляд. Там у меня еще мед. Видите, мед в сыре. Вот такая была красота у нас получилась. Берем лист теста, сыр бри с белой плесенью. Немножко раскатываем слоеное тесто. Ну, прямоугольник, я не стал прямоугольник нарушать. Выкладываем, берем сыр, у меня он уже на грани сроки годности, поэтому ему термальная обработка не повредит. Вырезаем такой прямоугольник, немножко пальцами разминаем его. В центр выкладываем сыр и еще, видите, там видно внизу, и еще делаем такой круг, ножом проводим. И вокруг сыра и в середине делаем, чтобы мягким растаяло и мягким была вот эта вот середина, вся основа. Делаем прорези с правой стороны и помидорки выкладываем таким вот образом, красные и желтые. А с левой стороны оливки также загинаем. Возле бортика у нас тоже прорези. Слева у нас оливки, справа помидоры. А серединку справа вверху я нарезаю брынзу, разбрасываю помидоры. Разбиваю одно перепелиное яйцо и немножко хочу смазать им края слоеного теста, особенно там, где я склеивал. Смазываем и отправляем в духовку. Разбрасываем еще грецкие орехи и отправляем в духовку на 15 минут, 180-200 градусов в моей духовке. И вот такая замечательная красота получается. Посмотрите, сыр провалился, расплавился. Я сразу в сыр добавляю еще ложку меда. Мед никогда не помешает, это не деготь. У меня вот такой вот алтайский прошлогодний мед, но все равно вкусный. Смотрите, какое замечательное блюдо у нас получилось из простых продуктов. Помидорки пропеклись, зажарились, я даже хвостики не стал обрывать для красоты. Оливки, сыр. Все это прекрасно пахнет, очень хорошо сочетается с вином и с тестом. Посмотрите, какая красота. Ну, конечно, обязательно бокал вина. У меня сегодня немецкий рислинг, вот такой хороший, вполне приличное вино. Я люблю только сухие вина, ну а вы смотрите, наливайте то, что вам нравится. Сыр с медом сочетание тоже просто великолепное. Можно вот эти вот края обламывать. Вначале помидорки, потом оливки, а потом серединку или наоборот, как хотите. И макать в середину сыра, что я сейчас и буду делать. Ну и, конечно, запивать вином. Что может быть вкуснее к ужину или к завершению ужина? Можно это, конечно, подать после пасты. Можно вообще просто сделать. Видите, как, какая красота, как это пахнет вкусно. Это вообще просто замечательно. Ну, посмотрите, разве вы когда-нибудь это видели? Я думаю, что вряд ли. Лично я это сам придумал, и подобной красоты я просто не видел раньше. Это наше эксклюзивное блюдо. Советуем вам приготовить. Готовьте вместе с нами. У нас много красивых, вкусных, полезных рецептов, которых вы не найдете на других сайтах. Рекомендуйте нас, пожалуйста, своим друзьям. Ставьте лайки, подписывайтесь, потому что YouTube что-то перестал нас вообще показывать. Число подписчиков падает, и сложно вообще как-то сохранить оптимизм. Посмотрите, какая получилась красота. Это просто супер.
со слоеным тестом, это вообще просто... Вот сочетание идеальное. Я вам скажу, что сочетание это идеальное к вину. Вы в этом убедитесь сами. Можете, конечно, добавить чего-нибудь еще на свой вкус, но тут тоже не переусердствовать, потому что у нас и так тут фактически все есть, что требует вино. Что требуется к вину. Вот такая красота. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всего вам доброго. До новых встреч. Готовьте вместе с нами. Ну и, конечно, приятного аппетита.